Множество граней животного мира. В галерее «Шестой этаж» открылась необычная выставка молодого художника, студентки Политехнического университета Екатерины Бирюковой. Такие шедевры дизайнерского искусства Катя делает собственными руками. На каждую голову уходит примерно 10 часов непрерывной работы. Стильные звери впишутся в любой интерьер. В любой детской комнате, в любой развивающей комнате. То есть, может быть, это не интерьер, а именно общественное пространство. Например, вот комната малютки в детском саду. Также можно использовать в общественных местах, просто если выбрать, например, немножко другую цветовую гамму. Можно использовать на арт-объектах, выставках. То есть, в принципе, вещь такая довольно-таки распространенная, использовать можно везде. Животные изготовлены из дизайнерского картона разных цветов и склеены экологически безвредным клеем. Бумажным моделированием Екатерина увлеклась 2 года назад и за это время достигла больших успехов. Ее работы пользуются спросом у тех, кто хочет преобразить домашнее пространство, сделать его креативным. Любая скульптура делается из 3 этапов, если это бумажное моделирование, а если брать полностью работу, то это 3D-моделирование в программах, потом это с помощью программ Пипакура они раскладываются на именно полигоны, на листы, потом это все вырезается, создается объем, вот эти полигоны как раз, и потом все склеивается. Вот последний этап, он занимает максимально большое время. Полигональные животные – современный тренд в мировом дизайне. А в Иванове до Кати им никто не увлекался. Искусство талантливая девушка видит даже в бытовых предметах. На выставке представлено 30 работ. Каждая – прекрасный образец качественного, кропотливого труда. Эта выставка интересная, и она попадает в мою идеологию вот этого зала, потому что я хочу показывать то, что не показывают нигде, и то, что даже если оно сейчас еще не имеет там масштаба какого-то мирового, да, но, в принципе, потенциал, который в нем есть для развития, он очень интересный, новаторский, авангардный, и вот поэтому это здесь. Есть у Кати творческая цель – попробовать выполнить своих зверей в других материалах – в стекле, железе или дереве. А еще одну такую зверюшку уместить в городском пространстве, например, чтобы она стала частью селфи-маршрута. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.